голова не так, а личиком заходим и теперь затылочком даем импульс и сразу ловим. У нас заряжена сейчас такая пружинка. Теперь на себя. Пум-пам-пам. Вышли. Проходочка. Шаг. Ран-тан. Вверх. В сторону разъехались. Наша здесь. Давайте выйдем сюда. То есть наша рука смысл. Я не фиксирую, вы сейчас пытаетесь держать здесь. Если у вас очень длинные руки, окей. Но. И как только я захочу, а мы всегда раскрываемся, то есть моя рука чуть-чуть может сползти сюда. Она у нас как бы тут не имеет никакого значения, поэтому это не обязательно. Падка здесь. Остановил вот здесь импульс. Поднимаем на раз. Ставим ее на левую ножку и чуть-чуть поднимаем вверх. Раз. Правой ножкой остановили. Оп. Назад. Раз. Два. Раз. Два. Когда вам легко это делать, а девочки чувствуют жесткие повороты, то есть они легко его делать. То есть, ну, практика. Можете добавлять стайлинг, то есть тюм, тюм, то есть это не сложная штука. Следующим закрутились, ручка осталась, съехалась, а мы шаг не переводим, поэтому стали на правой ноге и вышли в нашу естественную позицию. Волна. Раз, крыть. Пам-пам-пам. Раз. Шу. Матина, не зеркало на вас. И раз, два, и три, четыре. Все делаем на правой ножке. И только перевели в самом конце на левую ногу, когда остановились. Подождите. Открыто. Через верх. Опять заблокируем партнерши. Если мы ее здесь не блокируем, ей будет хотеться дальше чуть-чуть дальше. Это тоже может быть таким продолжением, то есть как из варианта. Наша история сейчас здесь. Сделали кружочек. Даем перпендикулярно к ней. Остановили ровненько уровень голову. Собрали. Добавили в свою грудную клетку. Сделали волну. Давай еще то же самое только здесь. Вот у нас стоп заблокируем. Круг, круг, выровняй. Как это сделать? То есть мы нашу вот эту ладошку приподнимаем, даем этот воздух. Все. Корпус добавили. И корпус сделал все остальное сам. Раскрылись. Не раскрылись, а пойдем дверной. После этого. Так, крест, зафиксируем, волна, волна, девочки могут положить стопечки, могут не положить, поворачиваем туда волну, и теперь, когда мы делаем шаг назад, на левую ножку, и следующим шагом мы будем перевести вес в правую, но уже со скруткой, сюда, щум, пам, пам, ручка съехала. Просто закрыли, воротик и закончи. Давайте как-то просто медленно почему. Сам отсюда трогай. Какой вариант должен был быть? До конца? Потом долго еще. Там было много. Не, просто еще показали. Подсчет как раз можно и сделать. Рам, пам, пам. Оп. Крутим. Сюда. Тюк. Сюда, сюда, сюда. Раз. Сюда, сюда, сюда. Крутим натурал, девочки крутим. Поворотчик, поворотчик. Ну, собственно, и финал. В общем, мы сделали 10 крутых. Нет, не правда.